Вы представьте, как ноет душа, как она от обиды плачет, как, забившись одна в уголок, в кулачок свои слезы прячет, как не хочется ей показать, что она опять недовольна, что раздавлена и грустна, и сегодня ей очень больно. Вы представьте, как тяжело делать вид, ничего не случилось, а при этом сердце толкать, чтобы оно веселее билось. Настроение пытаться поднять и собрать последние мысли, те, что вновь от печали тоски разбежались и где-то зависли. Доброта прошу, перестань, как всегда, по головке гладить тех, кто в гости к тебе пришел, с одной целью — в душу нагадить.